Приветствую вас, Алена. Сразу скажу, что мне импонирует ответ Кудряшова Игоря Леонидовича. Я считаю, что его ответ хоть и достаточно жесток, но как бы в корень ситуации смотрит, и, в общем-то, вам следует прислушаться к этому ответу. Еще мне достаточно, значит, понравился ответ Олега Викторовича, вот, который вам точно написал, что у вас достаточно какое-то такое узкое представление о том, как вообще все должно быть. Вот. Тут мне кажется, что вы достаточно узко мыслите. Я хотел бы вас уточнить, с чем это связано. Такая узость мышления. Если можно так выразиться, конечно. Вот. Значит, дальше. Значит, вы перфекционист. Будучи перфекционистом, вы считаете, что у вас должно быть все идеально. И страдаете вы, на мой взгляд, не из-за того, что вам что-то не нравится. А страдаете вы из-за того, что все не идеально. Мне почему-то кажется, что проблема, она вся в этом. Вот не идеально, из-за этого слезы, истерика, плач и так далее. Реакция явно чрезмерная. Ну, то есть, вот вы считаете, почему-то вы считаете, что все обязательно должно быть хорошо. Вы считаете, что все обязательно должно быть идеально в этом смысле, но нет, как видите, нет, как видите, и все может не быть идеально, и это нормальная история, абсолютно нормальная история. То есть вам необходимо отойти от своей позиции, что у вас все хорошо должно быть, что у вас должны быть идеальные оценки. Вам необходимо отойти от позиции, что вот то, что вы не учитесь сейчас, вы делаете прям, ну, совершаете чуть ли не преступление какое-то совершаете. Вот. Я думаю, что в этом направлении вам, ну, вам также нужно двигаться, вот. Потому что отягчает ваше состояние именно то, что все получается не так, как вот вы хотели бы изначально. Так и не должно так. Вот. Необходимо определить, почему вы решили, что должно быть по-другому. Вот. Это один из, в общем, самых таких ключевых моментов, которые, мне кажется, нужно вам для себя
понять самые-самые такие ключевые аспекты. Дальше вы понимаете, какая штука. Значит, вы пишете, что я пришел в 11 класс, я решил сдавать биологию, мне на лекции всегда нравилось, и выбрал я медицинский университет, думаю, что это более перспективно, чем рисование. Здесь очень важно понять, чем вы руководствовались, когда, выбирали более перспективное, как вы говорите, более перспективное направление. Чем вы руководствовались? Почему вам важнее перспектива, нежели чем, например, собственная реализация? Вот с чем это связано? С чем связан этот момент? Давайте тоже немножечко в этом направлении мы с вами подумаем. Ведь не просто же так вы выбрали медицинский, вы же выбрали его, потому что что-то хотели. Вы же выбрали его, потому что вам в нем что-то было важно, а потом, что произошло потом? Потом что-то изменилось. Правильно? Потом что-то изменилось. Потом стало все как-то по-другому. Да? Наверное. Вот. Вот и нужно понять, что конкретно изменилось. Вот и нужно понять, что пошло не так. В какой момент вы ощутили, что все иначе? Это важно. Дальше, так, значит, сейчас третий год, не проснулся, нет, тебя не плакать, хочется собраться уйти, хорошей возможности нет. Возможности хорошей никогда не будет, родители здесь ни при чем. Вот, мне совсем интересный пример, вот когда вы это поняли и когда вообще все поменялось, в какой момент? Так, тянет творчество, уходит у него без перспективы. Мне кажется, что это ваш личный конфликт, что вас тянет куда-то, что не перспективно. Вот, мне кажется, что это ваш личный прямо как конфликт. Дальше, родители говорят, что это неинтересно, словно, например, они могут платить на сессии, если бы меня просто попал в корочку, что делать, если мне тратить на просто находиться, далее подряд, но чуть больше своего примера. Слушайте, ну опять же, зачем себя насиловать? То есть, как бы, история, если честно, она не совсем понятна, зачем себя насиловать. Вы не хотите брать на себя ответственность, опять же, а из-за чего, по какой причине вы не хотите. То есть, мне кажется, что вот здесь нужно именно эти аспекты поисследовать обязательно. В чем проблема? В том, что вам жалко своего труда, в том, что вы переживаете по поводу того, что все не идеально, вот, или что-то еще. То есть реакция, еще раз повторю, ваша реакция, она чрезмерная. И ее причины такой реакции, нужно выяснять. Вот. Потому что в противном случае, я боюсь, что вам будет только
ну, вам будет только хуже, хуже и хуже. Вот. Идеального решения здесь нет, идеального варианта развития событий нет, быть не может. Вот. То, что вы не можете уйти, это вы, опять же, следуя своей внутренней логике, следуя своей внутренней выгоде, вы для себя так решили. Вот. Значит, и посмотрите, пожалуйста, треугольник Карпмана, где вы сможете почитать про жертву. Вот конкретный вопрос, от чего у вас каждодневная истерика и боль? Боль-то от чего? Знаете, Алена, боль-то от чего? В конце концов, вы можете учиться на медика, заниматься творчеством, кто вам мешает? Кто вам мешает прямо сейчас брать и рисовать? Кто вам мешает? Почему обязательно нужно учиться? Почему обязательно нужно учиться на художнике? Почему обязательно учиться? Где-то сказано, где написано, что обязательно учиться на художника. Вот. Вы рисуйте, главное. И вам демонстрируйте свои рисунки, показывайте. Вот. В чем проблема? Опять же, вы пишете, что меня тянет. Меня тянет, так, сейчас. Тянет творчество. Вот, от вас будем более подробно разобрать, что это значит тянет. Это как тянет. Вот, это очень, тоже важная история. Что значит тянет. Вам хочется рисовать? Прекрасно. Рисуйте. В чем проблема? Если вам хочется рисовать. Вам хочется чего-то еще? Прекрасно, вперед. Но со своими желаниями нужно разобраться. Как можно более четко. А сейчас они тянут вас скорее назад, а не вперед. Вот. Ну и, конечно, нужно разобраться с тем, что вы должны. Потому что чувство долга у людей, которые как вы страдают синдромом отличника, да, от него они подчинены чувству долга. Вот. От синдрома отличника нужно избавляться, это первое. Это первое, что нужно сделать. Вот. Ну и второе, это рассмотреть возможность самостоятельно себя обеспечивать. Вот. Как и сказал мой коллега Кутрещев Игорь Леонидович. Вот то, что у вас были какие-то ожидания от себя, я отвечу бы, понимаю, но взрослая жизнь такова, что ожидания не всегда соответствуют тому, что мы хотим, тому, что мы ожидаем. И тонкость не в том, чтобы реализовать ожидания, а тонкость в том, чтобы принять реальный результат, который у нас, собственно, есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.